слово главному тренеру в лице Александра Владимировича. Александр Владимирович, пожалуйста, пару слов о матче. Всем добрый вечер. Ну, можно разбить матч на два тайма, да, там первый тайм более конструктивный с точки зрения позиционной игры в нашем исполнении. Во втором тайме чуть все поменялось, и игра перешла на переходные фазы. В первом тайме довольно больше с точки зрения именно структуры, а второй за физическое качество, за то, что парни оставили много сил и здоровья для того, чтобы достичь этой победы. С чем их поздравляю. Уважаемые коллеги, вопросы будут? Александр Владимирович.